где-то год назад примерно, может быть, на вопрос о том, вот как вы относитесь, возможно ли, чтобы Россия как-то присоединилась к НАТО? Я сказал, а почему бы нет? Мы не относимся к НАТО как враждебной организации. Конечно, нет. И я очень благодарен президенту Соединенных Штатов, что наконец-то с территории США прозвучали эти слова. Для нас это очень важно. Это дорого стоит, когда президент великой державы говорит о том, что он хочет видеть Россию в качестве партнера, а может быть в качестве союзника. Как вы видите, не существует ни одной причины, которая бы стояла на пути объединения усилий НАТО и Российской Федерации сегодня. НАТО стала реалией сегодняшнего дня, и на этой организации лежит определенная серьезная ответственность за поддержание стабильности в мире. Мы сегодня уже работаем с НАТО в рамках совета, который называется СПС, и готовы расширять свое сотрудничество. Думаю, очевидно, процесс натовского расширения не имеет никакого отношения к модернизации самого альянса или к обеспечению безопасности в Европе. Считаю, что для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна. Отдельные нормы, да по сути чуть ли не вся система права одного государства, прежде всего, конечно, Соединенных Штатов, перешагнула свои национальные границы и, по сути, во всех сферах, и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере навязывается другим государствам. Ну, кому это понравится? Кому это понравится? Они живут непосредством и перекладывают часть нагрузки своих проблем, груза своих проблем, на всю мировую экономику. В известной степени паразитируют на мировой экономике и на своем монопольном долларовом положении. Вот сейчас у меня впечатление такое, что американцы к чему не прикоснутся, но у них всегда Ливия получается. Или Иран. Так называемые «победители», в кавычках, в холодной войне, решили дожать ситуацию, перекроить весь мир исключительно под себя, под свои интересы. Так ведут себя, извините, новориши, на которых вдруг свалилось огромное богатство. Может быть, исключительность Соединенных Штатов – то, как они реализуют свое лидерство, это действительно благо для всех, а их повсеместное вмешательство во все дела в мире несет покой, благополучие, прогресс, процветание, демократию. И нужно просто всем, как у нас говорят, расслабиться и получить удовольствие. Позволю себе сказать, что это не так. Это абсолютно не так. Однополярный мир – это апология, апологетика диктатуры и над людьми, и над странами. Америка – великая держава, ну, сегодня, наверное, единственная супердержава. Мы это принимаем, мы хотим и готовы работать с Соединенными Штатами. Миру нужна мощная такая страна, как Соединенные Штаты, и нам нужна.